11 сентября 2021 года. Ряд фундуков сорта Трапезунд, которому пошел третий год. Экспериментальный ряд. Штамп, у которого не удалялись орехи. Значит, здесь получилось у меня две ветки без орехов. Я ставил. И 2,5, можно сказать, почти 3 с орехами. Вот я вам показываю загрузку на третий год, если не удалить. И там еще одна веточка. Тоже с орехами. В общем, орехов полно. Сейчас я их соберу. Вот так выглядит трехлетка, на которой нет орехов. Для контраста. У нее, конечно, рост в разы сильнее. Сережек полно. Здесь получилось так, что было меньше завязи, чем на том. Я их просто удалил, буквально совсем немного было. Вот. И здесь, конечно, очень сильный рост. Очень много сережек, то есть урожай заложился на следующий год великолепный. Один побег я здесь вырастил на замену с порослью боролся. Где-то сейчас 1,55 м его рост. И вот он на данный момент до сих пор еще не завершковался, растет. Вот разительная разница в разных подходах штамбовой формировки с посаженного саженца. На этом, кстати, вот саженцы, на этом штамбе тоже я боролся с порослью. Всю поросль я удалял несколько раз за сезон. С тем, чтобы больше сил было на рост и на орехи. Саженец, дерево, трехлетка, с которой я собирал орехи, получено вот с этого большого маточного куста. Это мой Трапезунд, который я вырастил из сеянца и который полностью подтвердил и повторил все свойства Трапезунда. Кизил Семен аборигенный. Я занимаюсь саженцами фундука сорта Трапезунд и нашего аборигена кизила сорта Семен. Обращайтесь, почта будет под видео. Вот такой урожай получился. Тут я положил просто кластеры, из некоторых орехи высыпались. Вот. Возможно, не все я их подобрал, возможно, после меня там какие-то мыши их подобрали, поэтому может не бить количество с теми кластерами, которые я здесь разложил. Видите, часть выпала, и, скорее всего, часть я орехов утеряю, потому что не все я собрал. Значит, вкратце, на удивление, однушек было всего 2 завязи, двушек было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тройняшек было 8 штук, по 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 5, 1, 2, 3, 4, 1, 6 и 1, 7. Это вот все с трехлетки я собрал, с трех веток. Хотите верьте, хотите нет. Обманывать мне смысла нет. Всего получилось 80 орехов полных и 13 орехов неполных. Скажу сразу, я очень хорошо поливал эти деревья, весь этот ряд. Поэтому и вытянул и урожай, как бы, и рост. Вес 385 граммов. Вот информация для анализа. Сырой урожай 385 граммов, 80 штук. Сухой минус 27%, 280 граммов. Пустых орехов 14% от общего количества. Сырой орех весит 4,8 грамма. И сухой, тоже вычитаю 27%, ровно 3,5 грамма. Стандартный вид Трапезунда. Чем больше орехов в кластере, тем меньше сам орех и тем более у него искаженная форма по сравнению, ну, с эталонной формой.